Блин, какие интересные цветы. Что это такое? Ни разу не видел. Да, здравствуйте, друзья. Приветствую вас. Вот с таких красивейших мест. Это меганом, только с другой стороны. Наконец вырвался. Сегодня 21 июня 21 года. Самый длинный день в году. Самая короткая ночь. По обычаю в этот день всегда в походе. Ну, и в этом году в 10 часов утра забросился машиной с той стороны. Был переход у меня по тропе, то есть за заходом на Гравийную бухту. В общем, шел я сюда 2,5 часа. Ну, в общем-то, не спеша. Вот, и весь день сегодня поставил палатку. Сейчас покажу. Правда, сверху. Вот, планировал еще завтра один день быть. Вот, но думаю, что просто время терять и как бы одно и то же. Сегодня переночую. Вот, а завтра где-нибудь в обед мой маршрут. Сейчас я не знаю, как мне быть. Или старым маршрутом идти вдоль, подниматься там вдоль, рядом с маяком по скале, и идти вокруг меганома и спускаться с той стороны уже вниз. Вот. Или штурмовать вот в этом месте. Я вот сейчас и поднялся посмотреть тропиночку. В принципе, люди лазят. Блин, опасненько, вот в чем дело. Нагрузки, конечно, это, блин, а мне еще с весом. Потому что и воду тащить придется. Но здесь, конечно, ближе. Че тут сейчас поднялся? Вот. И с той стороны уже спустился. Вот. Но как бы не заняло это по времени одно и то же. Не знаю. Не знаю. И никто не знает, кого здесь не спрашивал. Вот, конечно, это проверенный. Но тут в несколько раз длиннее. Вот, и несколько часов придется мне топать, блин. Маршрут непростой. Я в тот раз, блин, короче, тяжело было. Вот, но у меня и воды было мало. Ну что, вот такие красоты отсюда. И бухта Акулия. Вот она, солнышко только-только вот спустилось за гору. Вот она, Акулия бухта. Почему Акулия? А вот видите, плавник, да? Камень в виде плавника. Вот почему и называется Акулия. За ней, там, за этим мыском, бухта любви. Вот. Там еще за одним мыском и есть Гравийная бухта. Вообще этих бухточек здесь много. Вот. Народу тоже стоят. Дальше туда тоже. По одной, по две палатки. Забрасываются и пешком, и катерами. Вот, ну давайте сейчас отсюда сверху покажу. Вот, видео, наверное, будет не одно. Завтра приеду вечером, скину. То есть здесь нет ни интернета, ничего. Ни связи вообще никакой, ничего нет. Приемник работает. Вон с красной футболкой, это моя палатка. Здравствуйте. Здрасте. Доброе утро. Доброе, доброе. Видеоотчет? Типа того. Скорее анонс к фильму. Вот, ну, пацаны тоже отсюда. Вот, вон в той палатке живут. В синий. Ну, вот так вот. Думал, встречу кого-нибудь старых знакомых здесь. Не, никого не встретил. Никого. Ладно, спускаюсь. И завтра еще поснимаю по дороге. То есть там подъем. Вот в районе маяка, если пойду туда, скорее всего пойду.
Вот, потише, поспокойней. Вот, а так снимается фильм. Вот, все как обычно, снимаю поподробней. Вот, чтобы было интересно, кто пойдет сюда. То есть, где поворачивать, какие подъемы, какие тропинки, как, чего. То есть, более-менее подробно. Вот. Так что завтра, надеюсь, еще парочку роликов будет в районе маяка. Вот, и с вершины горы Алчак, Меганома, с вершины Меганома. Там будем спускаться, вот, и потом уже вечерком добираться домой. Вот, так что, такие вот новости.